Ребятки, всем доброе утро на канале «Пиратская жизнь». Слушайте, у нас сегодня прям ветрено, прям жуть. Все одетые. На улице холодно. Прохладненько. Да. Не в Турции, в Египте. В Египте? О, мы в Египте. 19 градусов. Кто-то вот купается, смотри, ныряльщики. Обалдеть. 19 градусов, да. И холодно. Прохладненько. Все, пойдем. Что-то мы сегодня заспались после всяких этих экскурсий. Прям вообще долго-долго спали. Вот, а где мой альфонома? А? Ты куда альфонома дел? Да, я его убрал. Зачем альфонома убрал? Надо. Вова, надо. Короче, идем сейчас завтракать. После сафари такое разбитое состояние, честно. Что мы спали. Вчера легли вообще, я рано, около 12 даже. Не было еще. Вот, и спали. Поставили будильник на 8:30, проснулись в 9:30. И Вован-то тоже вчера вечером еще придрых. Часа два, наверное, еще дрых. О, побрился, смотрите, девочки. Вчера. О, бородку выбрал. Красивый стал. Что ты говорила? Вчера, кстати, лифт пол не работал. Да, он. Думаю, может, сегодня на рынок съесть. Да. Какой-то баг. Оденемся, в тепле поедем. Нормально будет. Вон народ купается, там солнышко. Сгорает. А там нет солнышко. Ну, хочешь, пошли туда. Будем купаться, сгорать. Вон там. Да, там еще есть релакс, но я боюсь, там солнышка нет. Он с другой стороны. Там после обеда. Ну да. Пойдем посмотрим, что осталось после от еды. Что-то, знаете, вот с каждым разом все меньше и меньше хочется есть. Вот первые дни приезжаешь и вот прям вот наедаешься, а потом уже вот меньше хочется. Лимоны эти, я так все на них смотрю. На тарелочку взять, черепки набрать. Хочу овощей. Каких-нибудь. Черри, например. Хочу легкой еды. А тут что-то я объедаюсь тут, и мне тяжело становится уже ходить. Огурчики. Сейчас пойдем зафиксируем столик. Не съедят. Подошла, взяла. Успокойся, говорю, что воробьи тут сидят. Я говорю, не сидят. Вот хочу глазунью взять. А вовчик омлет. Как они ели. Ну ничего. Надо делиться. Бог велел делиться. Что тут? Заказываем. А? А, не надо. Прям так. Красивенько было. Хочу, чтобы красивое было, глазу не было. А вот что омлет. Спрашивай, перевернуть? Нет, мне не надо перевернуть. А тебе? Мне не надо. Ой, ребятки, в общем, у нас сегодня разгрузочный день. Взяла яичницу, взяла бекон, вот такой вот омлетик, сыр, овощи, аман вообще. Вот у него колбаски, это и все. Да. В общем, мы что-то это, как-то устали от, знаете, укрытия в плане того, что устали есть. Вот. Так что мы сегодня, у нас разгрузочный день, да. У нас сегодня ветер. Ветер сильный, с моря дул. Да. А вот, боюсь, не будет ли сдувать у нас? Будет. Микрофоны? Что-то вот прям честно, знаете, как устали кушать. И сегодня спали долго. Не могли проснуться никак. И даже не хотел вставать, знаете, я бы еще поспала. Но как-то здесь, вот, знаешь, подушка не очень удобная. Вот наша любимая подушка от Василька дает нам возможность выспаться. Я уже так привыкла к этой вот подушке. Прям не могу. Нет, здесь классно. Но, знаете, честно, тюлень отдых мне уже надоел. К сожалению, вот так вот оно есть. То есть сам факт. То есть сам факт. Не вот этот вот отель конкретно, да. То есть к отелю вообще никаких претензий нет. Отель очень хороший. Просто сам факт. Тюлень отдыха мне уже надоел. Говорю, что хочу куда-то не в All-Inclusive. Странно звучит, но вот так вот. Чтобы что-то было, да? Ну, где-то походить, поискать еду. Ну, мамочка предлагала, поехали сегодня вон на этот, на рынок рыбный. Не столько уже человек скидывал, как туда добраться. Вкусняшки там местные. Так что, может быть, сегодня съедем. Ну, так, хотел сегодня купаться. А тут у нас сегодня тучки какие-то. Вот, и вообще ветер сильный.
Так что не знаю, не знаю. Хотел еще на экскурсию. Наверное, завтра. Хотел экскурсию взять в Батискаф. Посмотреть подводный мир. Там как раз экскурсия для семей с детьми. Так что вот, можно съездить. Ветер сильный вообще. Погода испортилась. Прям холодно. Да? Холодно. Я не знаю, задувает вам? Задувает? Я прям дико извиняюсь, задувает. Ну, как-то так. Я думал, наверное, внутри остаться, да? Да. Пойдем внутрь? Да, сейчас. Что-то я замерзла. Ты сам хотел. Пойдем. Нет. Нет, пойдем. Мерзнет. Нет, пойдем. Я притащу все. Не надо. Нет, не надо. Сейчас дует на. Погода испортится. Может быть. Но не факт. Какая погода плохая. Я тебя предупреждал. Да и меня предупреждал. Да-да-да. Да-да-да. В общем, Хургада очень ветреная. Имейте в виду, кто поедет, берите теплый вещичек. Вот, и, конечно, отдых. Ну, кстати, хорошо, что я успела покататься, покупаться. Хотя бы окунулась уже, плюс. Прям в басике можно покупаться, там тепло, там народ постоянно тусит. Да. Но из басика выходить не хочется. Потому что ты лазишь, и там холодно. Может, какое вкусное яйцо он мне приготовил? О, сказка. Сказочное яйцо. А многие так недавно проснулись. Смотрю. Салфетку людел. Держи ее. Ужас какой. Это не знаю, задувает микрофон, не задувает. Надеюсь, нет. Угощайся овощами. Угощаюсь. Беконом. Прохладненько так. Нас сдувают. Вот. И замерзаем. Зато проснешься. Бодренький. Нахолкались. Да, новая мода. Что? В отельном халате гулять. Ну что, она одела халат, пошла купаться. Я вот тоже могу его одеть. Потому что Потому что он у меня налазит. Вообще, знаете, честно, сделала вывод. Вот устала я от тюленей воздуха, устала именно от тюленей воздуха. Когда вот чисто вот... Нет, это хорошо, когда действительно теплое море, хорошая теплая погода. А когда вот такая стрёмная погода, даже не знаю, чем заняться. Я говорю, вот если, в принципе, может быть, были бы в Доминикане, там же море-то вообще классное, и пляжик, и вуаванчик бы, может быть, это, там бы... Морюшка-то. А тут его хрен затащишь, понимаете, холодно. Сама-то еле слазила. Вот. И получается так, что как-то так себе. Но Доминикана дорого. Вот. И коронавирус там. Да нет в Доминикане коронавирус. Что тут будет? Есть. Понятно так что. Кстати, взял попробовать этот чай. Ебис. Вкусненький. Я гречную воду. Сегодня читал местные новости. И что? Что, опять? Что, местные? Где? Нет, у нас. А, и что там? Что, опять?
Как я и говорил. Опять все закрыли? Отменили коды. Ползло вверх. В смысле отменили код? Наоборот, наверное, ввели? Отменили, если ты помнишь. Везде. В ресторанах и кинотеатрах. Сейчас снова ползло вверх. Ну вот, да. Так что вот. А мы так и думали. Так и будет. Зря не отменили. Так вот. Отменили зря. В общем, приедем. Там опять, видать, все. Позакрывают, да? В кодах будет все. А там что-то ты говорил, что хотят коды ввести чуть ли не в транспорте, да? Угу. Только после Нового года. А я не понимаю, а как это будет реализовано? Что? Как это будет реализовано? То есть ты будешь стоять в очереди в автобус уже да. С кодом готов? Ну, так что да. Интересно. Нет. Я так думаю, наверное, как в Казани. Будет доктор глядеть в код, прежде чем тебя обеличить. Если ты окажешься выйти... Но, пардоньте, если я уже зашла... Ну что? И у меня не оказался код, и я выхожу. Да. Вирус-то, грубо говоря, чисто теоретически я уже могла занести? Это бред. Понимаешь? Ну, вот такой бред. А что делать? Ну, фигня же. Согласен? То есть я зашла, уже опа, обтихала все и ушла. Угу. Бред. Блин, холодно. Воробьи летают что-то. Даже воробьев там сдувает. Голодные. Они могут подлететь. Они только... Так, блин, ветер где-то достал уже. Ну, гляди, его сдувает так. Видишь, назад. Реально его сдувает. Жуть. Так. Перевесь, пожалуйста, микрофон вот так. Ну, внутрь микрофон перевесь. Зачем? Меньше будет вероятность, что ветер задует. Я боюсь, что там ветром дует. Ветер? Да. Где там ветер? Ну, там эти микрофоны-то тоже надо было одеть. Махрушки. Dead cat? Да. Дохлого кота? Кто там играет музыку? А? Что? Глаза из трех раз. Там это, что ли? Зарядка? Типа того. Короче, холодно. Как Лера говорила, что тут некоторые вообще захотели уехать только из-за того, что их задувало. Логика есть. Ветер, конечно, прям жуть. Неприятно. Как для нас так в это время? Кстати, да, наверное, это как зима получается. Да не знаешь, как одеваться. Надеюсь, что тепло. Жарко на солнышке. Оденешься холодно и... А люди одеваются. Тут теплее. Блин, я замерз вообще. Чтоб дома. Дело лица у нас. Кондиционер. Кстати, здесь кондиционер работает на отопление. Это плюс. Хотя, мне кажется, нет. А он что-то вчера врубил 27 градусов. Работает он. Работает? Он просто сверху дует. Когда там сухом надует. Комната большая. Ну. Кстати, потеплее тогда стало. Вечером вчера. Короче, поедете в Египет. Там одна девушка писала, что собирается в Хургаду 19-го. Поедете в Египет, имейте в виду, холодно. Бывает тепло, бывает холодно. Я прям сижу и замерзну. Я хочу в горячий душ. 19 градусов. Я хочу к батарее.
что замерзаем. Чуть-чуть хожу здесь, чихаю. Не из-за коронавируса, а из-за того, что это продуло, реально. Холодно. Ну, кстати говоря, в Турции там прохладно, там такого ветра нету. А здесь прям как коленка вот обдувает. Вот так вот. Даже вот по бассейну видно, насколько там ветер сильный, а? Вот так вот. Ну, такой, сахарный. Ну, влажный. Я не знаю, что мы сегодня будем делать. Ну, что-нибудь, конечно, придумаем. Я говорю, поехали на рынок. Я хочу съесть на рынок. Сувенир купить там, туда-сюда. Базар? Ну да. Ну, а что здесь делать-то? Не купаться же. Холодно. На море точно холодно. Я хотела на море сходить. Холодно. Вот, видите, все съела. А то набираешь иногда и не можешь съесть. Да что много берет. Ну. А в этот раз я съела ровно столько, сколько хочу. Да. А? С вами уже рядом. Пацаны, мы сегодня без панкейков. Сорян. Окей, смитни с баранчиком. Говорит, поедем, мы не гордые. Да? Да, ближе. Мы не знаем, где есть хлеб. И прям бандой летят, посмотри. Да, да. Вон там хлеб, и там хлеб. Да, они прям бандой. Все как в России. Угу. Вот так вот. Бр-бр-бр. Опа-опа, опа-опа. Он прячется от ветра. Да? Да, здесь. На столах с едой? Да. Мы тут чисто прячемся от ветра, да? Не обращайте на нас никакого внимания. А что вы жрете мою колбасу? Мы прячемся от ветра. А едим, чтобы нас не сдуло. Это мы просто держимся так, клювом. Мы держимся за колбасу. Да. Чтобы не сдуло. Вкусно, мне так разница с сыром не хватает. У нас такой, мы этот, пойдем в этот, салат. Греческий. Поставился кальянчик с, это, на пиве. Где? Вон. А, сверху? А, точно. Окошечко открыл. И пыхает там. Нормально, да. Я в какой-то веке наелась и не объелась. Красота. Так вот и надо. А не так, как мы с тобой. Там холодно. Сейчас пойдем попробуем поставить Uber. Да, есть. И проверим, сколько, как доехать. Если все нормально, съедем на рынок. Сбавить там карточку надо. Привязывать. Кстати, мне написала девушка, Женя зовут. Женя, привет, из Нижнего Новгорода. Она говорит, там лучше расплачиваться фунтами. Че? Фунтами. Где? На рынке. Ну, понятно, дело. Что не долларами, только где взять? В банкомате. В каком? У нас их два. У нас они все с флютой. Нет, там тоже фунты есть. Да? Угу. Только там фунты, знаешь, какие? Английские. Стерлинги, которые. Они египетские фунты. Я думаю, они будут больше рады. О, смотрите. Стоит, ждет. Крадуется. Пацан, у нас ничего нету, мы все съели. Да, можешь...
Ну, он там чуть-чуть остался. Это лук, там перец. Короче, как-то так. Да. Жизнь задана разула. Я уже все выпил, а ты все пьешь. Слушай, я не тороплюсь, я вся тороплюсь. Ладно, моя хорошая, в общем, мы замерзли, пошли в номер, погреемся, посмотрим, что там с Угром. И я не знаю, куда. Греться вон там в баре. А я не знаю, что делать. Хорошо, холодно. Все одетые ходят. Взять кофе с собой и идти греться. Да. Пошли. В общем, любим, целуем, увидимся в выпуске следующем. Обязательно смотрите, следите за нами. Мы вам все честно рассказываем. Всем спасибо, всем пока.